Всем привет, дорогие друзья! Сегодня понедельник, 12 декабря. И я хочу вам сказать о погоде в Санкт-Петербурге. Сегодня с утра так метет. Вот посмотрите, смотрите, завьюжило. Такой сильный ветер, метель. На дорогах, конечно, коллапс, потому что видимость для наших водителей совершенно нулевая. Соблюдать нужно правила дорожного движения, соблюдать нужно дистанцию. Ну, а я сегодня вышла утром с Рокси, и ее практически снесло. Пришлось нам быстренько ретироваться и зайти домой. Вот так сегодня целый день, и на завтра тоже нам обещают такую же погоду. Сегодня я выходная, поэтому сижу дома, и вот сейчас вам, одевшись тепленько, с балкона снимаю. Видите, видите, там закружило опять. Вообще, из дома, из квартиры, конечно, наблюдать очень весело все это. Гулять мы сегодня не пошли. Но вот завтра, если будет такая же погода, мне на работу. Вон, видите, машина пробирается сквозь снег, и уже вторая или третья машина на этом месте забуксовала. Тут у нас ходили работники с лопатами и откопали машину. Этот молодец далеко не стал. Нет, все-таки пробирается. Да, видите, собирается ехать. Поехал, поехал, поехал. И вот так, видите, что делается. На целый день сегодня такая погода и на завтра. Вот зима разозлилась-то, как взялась свои права. Да, и со снегом, и с ветром, и с метелью. Пишите, как у вас, какая у вас погода. В каждых районах все по-разному, где-то еще тепло. Но у нас температура, сейчас я вам скажу. Сейчас у нас минус 8. Посмотрела на градуснике. Вот такая погодка. Сегодня нам советовали не выезжать на машинах, постараться на общественном транспорте. Но я думаю, как однажды на той неделе был такой же снегопад, но без такого сильного ветра. Я добиралась до своей работы 2,5 часа. Вот и думаешь, поехать общественным транспортом или на своей машине. В принципе, какая разница, да? Вот сообщила я вам о погоде в Санкт-Петербурге. Серое небо, и все заметает. Снег кружится, все заметает, метель, пурга. Как-то так. Всем, дорогие друзья, пока-пока. До новых видео, до новых встреч. Всем пока.